Руна Иса. Эта руна связана со льдом. Она обозначает процесс замораживания чего-нибудь, который только лишь приостанавливает, но не ликвидирует полностью отрицательные процессы. Иногда для дальнейшего развития просто необходимо взять паузу и сделать передышку. Ключевым словом является застой или долгое ожидание. Этот период связан со скрытым развитием, после которого должно начаться возрождение. Руна может помочь вам успокоить разум для медитации, фокусировать внимание, нейтрализовать неспровоцированное нападение или враждебное намерение, укрепить вашу волю, преодолеть беспокойство. Руна помогает остановить неблагоприятный процесс, болезнь, охладить страсти, заморозить ситуацию, чтобы выиграть время. Руна посвящена великому Имеру, рожденному из льда и символизирующему начало или обновление после долгого периода застоя.